Салют, Радиус. Губка Боб, квадратные штаны, также известный как Спанч Боб, SquarePants, американский мультипликационный сериал, который транслируется на канале Nickelodeon. Появился в эфире 1 мая 1999 года и стал одной из самых популярных анимационных программ телевидения. Губка Боб, морская губка, хоть и выглядит как кухонная. Характерные черты его внешности – большие голубые глаза, много дырочек по всему телу, около 20 дырок, и рот с выступающими вперед резцами, ямочками на щеках и веснушками. Он может по желанию изменять форму своего тела, а также длину и форму рук, втягивая их в себя. Обычно носит большую рубашку с коротким рукавом, красный галстук и коричневые квадратные штаны, отсюда и его фамилия – квадратные штаны. Хотя на самом деле штаны не квадратные, а прямоугольные. Его штаны подпоясаны черным ремнем, на ногах черные ботинки, белые носки с синими и красными полосочками. Патрик – звезда, сосед и лучший друг Губки Боба. Родился 25 февраля 1986 года. У них много общих интересов – выдувание пузырей, ловля медуз, телешоу «Приключения морского супермена» и «Очкарика». Патрик не работает и тратит большую часть времени на сон или игры с Губкой Бобом. Непонятно, откуда он находит деньги на крабсбургеры. Поведение Патрика детское. Патрик живет в норе под большим камнем, неподалеку от дома Сквидварда. Не умеет определять источник звука. Сквидвард – человекоподобный осьминог, который живет в жилище, похожем на статую Моаи. Между домами Губки Боба квадратные штаны и Патрика Стар. Персонаж изображен как вспыльчивый и претенциозный. Он с неприязнью относится к соседям и их постоянному шумному поведению, о чем Губка Боб и Патрик не догадываются и ведут себя с ним как друзья. Сквидвард работает кассиром в ресторане Красти Краб, но ненавидит эту работу. Сквидварда изображают вечно несчастным и жалостливым. Юджин Гарольд Крабс. Краб, являющийся основателем и менеджером ресторана Красти Краб, где Губка Боб работает поваром, а Сквидвард – кассиром. Успех ресторана Крабса строится на низкой конкуренции и популярности фирменного бургера Крабсбургера, формула которого является строгой охраняемой коммерческой тайной. Врагом и бывшим другом мистера Крабса является Шелдон Планктон. Шелдон Джей Планктон, одноглазый планктонный копипо, враг и бывший друг Юджина Крабса, владелец ресторана «Помойное ведро», который располагается через дорогу от Красти Краба. Ресторан Планктона абсолютно не пользуется спросом из-за отвратительной еды, что является наживкой, состоящей из рыбьих частей. В детстве он и Юджин Крабс были лучшими друзьями, но их спор по поводу секретной формулы Крабсбургера положил конец их дружбе. Сэнди – белка из Техаса, подруга Губки Боба и Патрика. Обычно она носит белый скафандр с серыми ботинками, а также большой стеклянный шлем, чтобы дышать под водой, с розовым цветком. Дома она носит фиолетовый купальник с юбочкой. Сэнди – талантливая ученая и изобретательница. Также Сэнди увлекается экстремальными видами спорта, тяжелой атлетикой, восточными единоборствами и является чемпионкой по родео.
Домашняя улитка Губки Боба, ведущая себя как кошка, мяукает, мурлыкает, трется у ног хозяина. Любимый питомец Губки, живет у Губки Боба с 1990 года, а до этого жил в приюте для питомцев. Обладает несколькими человеческими свойствами, может убирать в доме, покупать еду и оплачивать счета –